Сравнивать буду бегло фотографиями. Это готовилось для съезда спелеологов, которые и всем этим интересуются. Это самое лучшее, что можно показать, потому что оно уже, так сказать, отработано будет быть полупрофессионалами и критиками. И подготовил несколько видеороликов. Во-первых, там больше понятно, чем я говорю. А во-вторых, ну, немножко легче, чтобы не слушать все время разговора, а посмотреть видео изображение. Поэтому будем как-то чередовать. Вот так. Хорошо? Я буду сидеть так удобнее мне. Значит, в момент, когда здесь поселились люди, а это были, видимо, греческие поселенцы, это там в 5-7 веке до нашей эры, сразу же столкнулись с проблемой, из чего строить дома, жилища, хаты, постройки и все прочее. Вот. Могли копать ямы, где они держали зерно, и строить из каких-то валяющихся камней себе дома. Ну, больше не было. Здесь не было ни лесов никогда, ни деревьев достаточно, чтобы можно было рубить. Вот. Все последующие поселенцы, будь то литовцы, татары, турки, казаки, кто угодно, сталкивались с этой же проблемой. Когда в конце 18 века здесь возник город, и уже не хватало того, что валяется сверху, и уже не хватало того, что можно было...